22 мая стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины нагрянули с обысками к исполняющему обязанности члена правления «Укрзалезницы» Роману Віприцькому. Обыски проходят по делу о хищении средств при строительстве экспресс-трассы в аэропорт Борисполь. Об этом представители НАБУ сообщили через свою пресс-службу. Обыски проходят и в рабочем кабинете Романа Віприцького, и у него дома. Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у должностных лиц АО «Укрзалезницы» и представителей ряда частных компаний. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц «Укрзалезницы» при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения «Киев-Борисполь», так называемый «Бориспольский экспресс», сообщает НАБУ. Следователи подозревают, что чиновники и предприниматели внесли ложные сведения в документы о формальном выполнении работ. История вопроса такова. В 2018 году ООО «Релейт» победила в государственных закупках филиала «Юго-Западная железная дорога» ПАО «Укрзалезницы» по строительству экспресс-трассы в Борисполь на общую сумму 20 400 000 гривен. Роман Віприцький в 2017-2019 годах был исполняющим обязанности директора регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзалезницы», а в 2019-2020 годах уже возглавлял филиал. Ранее в СМИ сообщалось, что экспресс «Укрзалезницы» с 17 марта перестал ходить в аэропорт Борисполь из-за карантина. Решение «Укрзалезницы» о приостановке курсирования экспресса было связано с падением пассажиропотока, которое, в свою очередь, было вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами из-за коронавируса. Однако сама история существования проекта была недолгой. Поезд, который начал курсировать в конце декабря прошлого года с главного ЖД вокзала в Киеве в аэропорт Борисполь, уже через неделю сделал вынужденную остановку из-за технической неисправности. Об этом сообщил пресс-центр «Укрзалезницы». 7 января 2020 года около 13:30 возле станции Демеевская поезд, совершавший рейс по маршруту Киев-Пассажирский аэропорт Борисполь, совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Их пересадили в другой подвижный состав и доставили в аэропорт, говорится в сообщении. В «Укрзалезнице» отметили, что будет проведено расследование аварии. Также, как отметила пресс-служба, будут выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю Крюков вагоностроительному заводу. Представители компании добавили, что новый поезд был передан производителям «Укрзалезницы» в конце декабря 2019 года. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.